Всем привет! Тут небольшое видео решил выложить по поводу, кто ставит лайки, дизлайки. Народ как бы кто-то возмущается, кто-то принимает это как неизбежное. Ну, как бы сходятся все в том, что нет возможности как бы отследить, кто же ставит дизлайки. Ну вот давайте попробуем немножко разобраться. Я снимаю, конечно, с телефона, прошу прощения, может где-то качества нет. Вот открываю свой канал, вот смотрим. Менеджер видео открываем. И вот, вот в этой колоночке крайней у нас дизлайки. Вот находим, допустим, вот оно видео, и вот у нас два дизлайка. Открываем видео и смотрим. Есть такая кнопочка аналитика. Вот, открыл ее. Мы смотрим. Вот, сколько у нас просмотров. Примерное время просмотра. Тут целый рубль 23 на нем я заработал. Оценки нравятся 8, не нравится 2. Комментарии поделились и так далее, и так далее. Смотрим, оценочка не нравится. Открываем. Вот, и смотрим, кто же мне поставил дизлайки. Это ребята, один из Чехии, один из Литвы. Что еще можно посмотреть? Можно посмотреть что? Местоположение, дата. Дата указана, вот один дизлайк. 23-го был. 1.27. Можно еще что посмотреть? Статус подписки. Вот. Значит, с подпиской есть 2 дизлайка. То есть, возвращаемся назад. У вас есть 2 подписчика, которые поставили дизлайки. Как правило, если мы живем в России, то у нас в Чехии и в Литве подписчиков немного. И в принципе можно как бы уже примерно догадаться, кто вам поставил дизлайк. Вот. Лично мое мнение, как бы хотите, как говорится, относитесь к этому отрицательно, положительно. Это не важно, но раз такая опция есть, ей люди пользуются. Вот смотрим еще одно видео. Вот тоже я уже открыл. Дизлайк был поставлен 2 числа. Вот. Германия. Статус подписки открываем. На этот раз уже без подписки. Ну, возможно, это один и тот же человек, просто он отписался там, допустим. Не нравится ему мой канал. Ну и правильно, нечего его смотреть. Опять вот смотрим. Германия. Вот. 2.08. Открываем статус подписки. Без подписки. Ну, не нравится немцам. Вот. Вот, допустим, здесь 3 дизлайка. Россия. Вот, мы видим. Опять же, включаем статус подписки. С подпиской одному человеку не понравилось, без подписки 2. Вот. И в принципе, если поковыряться, то можно все это как бы приблизительно составить, вот опять, один как бы дизлайк, Германия, вот, Россия, вот, опять же смотрим, статус подписки, без подписки. То есть не всегда ваши подписчики или не подписчики ставят эти дизлайки. Вот, поэтому, в принципе, кому уж очень интересно, можно поковыряться. Вот, в настройках YouTube, и в принципе все это даже вычислить. Там был вопрос о том, что вот из Белоруссии там 3 человека, и они как бы из принципа, я не буду называть имен, ставят эти дизлайки. Так что вот, вот так. В принципе, можно как бы, ну не вычислить, но хотя бы примерно сориентироваться, кто же вам ставит дизлайки. Лично мое мнение, значит, можете отключить эти оценки у себя, если вам это не нравится.
Можете отключить комменты или поставить птичку. Комменты, значит, после вашего рассмотрения и одобрения будут опубликовываться. А так они не будут, не видны никому. Можете вообще все отключить, что просто будут как бы у вас просмотры идти. Ну, мое отношение я не буду к этому выражать. Я считаю, что лучше плохой мир, чем добрая война. Но раз можно ставить лайки, можно ставить и дизлайки. Некоторые люди как бы пытаются кому-то что-то доказать или досолить. Я не знаю, но мое мнение такое. Если как бы по делу, ну ставишь ты дизлайк. Напиши, слушай, Вася, вот так и так ты делаешь неправильно. Вот надо делать так и так. Вот поэтому я тебе за это ставлю минус. Вот. Или там, допустим, еще какие-то моменты. Вот, ну, как бы, не знаю. В общем, это как бы не коротенькое видео получилось. Я к тому, что не всегда как бы надо печалиться, и при желании можно, в принципе, посмотреть. Другой вопрос, если это ваши не подписчики, или, допустим, вот как мы живем в России, и у вас там тысячи подписчиков, и кто это делает, конечно, трудно выяснить. А так, если там Германия, Латвия, Литва, Чехия, Канада, там, или какие-то страны, где у вас там один подписчик или два, в принципе, ну, как бы, довольно легко и просто это можно вычислить и написать. Вася, а почему тебе не понравилось мое видео? Человек будет, мягко говоря, удивлен. Я с одним такой эксперимент провел. Вот, написал ему письмо, он обалдел и написал, что «Ой, извините, я не на ту кнопку нажал». Так что вполне возможно и так. Люди по рассеянности не на ту кнопку нажали. Ну вот, на этой ноте как бы я и завершаю этот обзорчик. Всем удачи, пока-пока. Не печальтесь, все будет хорошо. Всем удачи.